Этот спектакль колесит по стране уже 4 года, но в Саратов его привезли впервые. «Территория страсти» – музыкально-драматическая постановка. Дебют режиссера Александра Балуева и его первый певческий опыт. Ему долго искали голос. Оказалось, у большого артиста редкий тембр, самый низкий из всех басов – профунда. Индивидуальные уроки вокала Балуев брал у модного исполнителя и композитора Глеба Матвейчука. Это, кстати, он написал музыку к «Территории страсти». В отличие от Балуева, у Глеба 2 образования – оперное и актерское. В консерватории мне не хватало актерского мастерства, и я считаю, что это огромная проблема нашего образования оперных певцов, потому что где-то 1/2, по-моему, идет актерское образование, потом все. Потом только пение. Теперь Матвейчук одинаково комфортно чувствует себя и в драматическом спектакле, и в музыкальной постановке. А диапазон его голоса вызывает у зрителей неизменные аплодисменты. Глеб Матвейчук может так... И даже вот так. «22 человека на сцене, фееричные костюмы. В Пензе артистов приветствовали стоя. В Саратове Александр Балуев с командой собрал чуть больше половины зала. Но проиграли в итоге те, кто не пришел на спектакль». Анна Головчинская, Александр Кравченко, новости «Телеобъектив».